чинись, чинись, чинись. Ой, спасибо, братюня, спасибо. Спасибо. Эх, ребята, я чинюсь, еще 18 секунд. Ребята, я еще 17 секунд. Командир, ждите. Точку захватывать, молодцы. Я тут держу на себе огонь. Нормально, но мы, конечно, проиграем, потому что... Потому что... Ну, по этим проиграем, по очкам этим. Ну, ничего, ладно. Хотя бы одну точку почти захватили. Короче, тут непонятно, что происходит. В общем, почти захватили точку. Блин. Мы, конечно, проиграли, но... У меня два быстро заканчиваются боя, я должен победить. У нас на 10 очков отстаю. Ну, не отстаю, то еще он отстает. Давай, почти. А, у меня не стреляет, слышишь? Да, у тебя сломался. У меня сломался, у меня не стоит. Бас. Я опять. Вон танк отлично. Хоть протаранить кого-нибудь. Протаранить тут не будет. А, нет, у меня и все, у меня и гусеница, и все. А я думал, чинился. Че я чинился? Смотри, он в воду переплыл. Ой. Ты что делаешь-то? Да, это спустился. Смотри, на каком. Как его? А зачем ты так упал с моста-то? Да, ладно. Я просто смотрел, как там... Смотри, на каком небе. Я же первый был! Ну, хоть из-за того, что она с моста упала. Почему? Не знаю. Ты чё? Ну, я просто предполагаю. О, смотри, наклейка какая-то. А определенно не ты. За что дается? Не знаю. За 62 определенных... О, мне смысл что-то дали. Спасатель наземной техники и новое достижение. Фронтовик 4-й степени. Примите участие в нескольких боях против других игроков. Папа, смотри, а почему я его почти догнал, если у него столько убийств, столько всяких этих... Ну что-то там, наверное, последнее сделал, не знаю. Ой, я не посмотрел, сколько я убил-то. Ну ладно. Так вот у меня машинка исследуется, я ее... Ускорять буду. Так, экипаж. Стрелок. Полевой ремонт. Че мне покачивать, живучесть. Папа? Мне не хватает на это. Наводчика, может? Папа, че ты прокачиваешь? Я? Че мне прокачивать? У меня не хватает на это заражение орудия. Заряжающий. Ну, чтобы быстрее заряжалось? Да, не хватает. А как? Там же 50, а у меня 40 только. Ну, или копи, или другое развивай. А что развивай другое? Можешь зоркость. А что это такое? Ну, дальше можешь это... Видеть? Целиться, ну, наверное. Да. Что давай. Это такое? Еще раз 4 2 живучесть. Так, давай. Готов. Ну, ё-моё, у меня 98 тысяч лампочек этих, или как они называются, свободные очки. А передай мне их. Не могу как-то. Почему? У меня орлов нету. А у меня орлов куча, а лампочек мало. У меня лампочки на орлы. Только сегодня орлы на лампочки. А нельзя за орлы лампочки делать, нет? Нет. И так же и лампочки за орлы за лампочки. Почему? Ну... Опять джунгли, та же карта. Походу. Че, может, последний бой? Хватит? Я еще хотел. Не знаю. Ну сколько ты хотел боев? Я не знаю еще.
Завтра еще записывать бы. Ну, в смысле, этот самый Нигилейшн. Не, мне у тебя нравится танк внешний. Такие... Такой будет такие еще. А ты видишь, как мечи выглядят, да? Ну, да, так прикольно, очень классно. Ну, причем на самом деле такие танки были. То есть это не выдумка. По крайней мере, говорили разработчики. Я так. Уехал уже. Я прямо поехал до туда. А, я вижу, да. Так, что это за карта-то? Джунгли опять, что? Да. Те же. Ну, мне вроде она нравится. Там, где я с моста упал. Вроде как бы не нравится. Ладно, я за тобой там. О, а я артиллерийский удар сразу могу. Это хорошо, если что, прикрыть могу. Мне очень нужна помощь. На меня 3 человека идут. Бегу, где они там? Впереди? Да, один уже выстрелил. Я умер. Прям впереди совсем? Умер, да, их там 3. За кустиками, да. Не за кустиками, а впереди, короче. Там вот? А, да. Все, убегаем. Пустите меня. Ой-ой. Так, ай-яй. Ой-ой. Что-то там никого из них убить не можешь. Ай-яй. Вроде артиллерийский огонь бросал. Не-не, попал там несколько. Я сам попал под огонь этот. Ты же за кустиками стоял. А у меня это башня не крутится. Да, ничего страшного. Я могу это починиться. О, чинюсь. Как ты неудачно стал. Неудачно стал. Меня сейчас убили. Вон он. Убили остался. Меня. Ну, у меня еще такой танк есть. У меня еще есть еще такой он же еще танк. Раз. Он с одним ударом меня убил. Ну-ка, кто там? Ай-яй, стой. Я уже все танки потратил. Что, их там много. У меня танки сейчас кончатся. Ты что застоишь здесь? Я такой еду, все время убираю, а сам стоит тут. Артиллерийский огонь это заел. Понимаешь? Да иди ты, что ты стоишь на базе? Да они впереди, вон я их отпускаю. Я и то потасал. Я их пытаюсь убить, я стреляю, если ты не видишь. Ты вперед едь. У меня там вообще... Я потасал вообще на базе должен стоять, а ты вообще рашить должен. Вот рашу. Где я должен... Где прикрывать? Я ж потасал. Я жду этих артиллеристов. Я тебя прикрывать буду, ты иди, убивай. Все, я вызвал артиллерийский огонь. На кого? Ну там кучка, там втроем стоят они в середине. Я сколько патронов на него уже потратил? Давай, через воду давай. Ну там поехал через воду. Давай. У меня это сломалось управление стрельбой. Давай. Все, папа, у меня кончилось. Но. Давай. У меня танки кончились. Да я знаю. Уничтожила. Ребята, помогите. Ты на втором, ты на первом месте. Помогите, ребята, меня обстреливают. Я на то... Бьюсь прямо. Папа, я уже за самым худшим танки езжу.
Ну, я тоже на всяких фигуринках сейчас начну. Это лучше танк, ты чё? Это лучше даже твоего, ты чё? Ну да, так. Вперед. Так, где? А. О, попал вслепую. На точку. Какой вообще захватывал? А, там, я не знаю. Б. Стоп. Стоп. Убили, да. У меня еще такая же есть штука. Сейчас опять выйду и опять убьюся. Стоп. На этот раз стоп. Я чинюсь слишком долго. Эх, не могу попасть, а. Вперед. Стоп. Но... не могу попасть. Стоп. Папа. У меня башня вообще в землю ушла. Да что ж такое-то, а? Я и чиниться не могу, ничего не могу. Да что ж такое-то будешь делать-то, а? Я скоро вообще на зенитке ездить буду. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Чё стоишь? Иди едь. Кто, я? Да. Да меня убивают. И чё? У меня вообще танков нету. Все, папа, я сгорел. Все, у меня 0 танков. Я за тобой следить буду вообще. Чем, вон у тебя сколько танков, ты че? Ну они слабые вообще. Да поезди, постреляй. У меня тоже кончились такие более-менее. Я даже не знаю. У меня 3 танка кончились. На чем мне ездить-то? К нам еще тем более на базу едут. Вот какой мне выбрать, я ж не знаю. Я тоже не знаю, какой-то непонятный танк. Ладно, какой-то вот... Что такое? Да, осталось 10 снарядов. Нас зажимают на базе, пап. Ладно. Нас на базе зажали. Да у меня грузится. Вообще, нас на базе зажали. Да я на консервной банке. Я на консервной банке. Да здравствуют консервы, шпроты, я не знаю. А за те? Килька в томате. Я на кильке. Килька в томате атакует. А что такое килька в томате? Не в томате, килька в томате. Килька. Я спагетти. Я вообще не могу стрелять. Я сейчас... вообще... консервная кочерышка. Захватит. Все, она сбилась. Давай, чинись. Я убил на этой кочеряшке. На банка дырявая. Я консервную банку убил. Жестяная банка. Я консервную банку кого-то убил. Еще 20 секунд буду чиниться. Это мало. Ведро с гайками. Ну. Ведро с гайками убило кого-то. Я слышу, как ты стреляешь где-то. Пиу такой. Пиу. У меня 4 секунды, и ведро вступает в бой. Ржавое ведро атакует. Сперва я тебя обгоню. Твое ведро быстрее, чем мое ведро. Так. Ай. Быстрое ведро у меня. Да, у меня вообще какая-то ржавая. Они там, за углом стоят. Или нет? Вот я он. А, это нашего. Я левым глазом посмотрел. А он там засел, он. Вдалеке. Ржавое ведро обгоняет другое. А! У меня подбили. Мое ведро подбили, не знаю. Убил! Мое ведро. Я тебя спас от выстрела. Сейчас будут стрелять полностью, уходи. Да я не могу, я чинюсь. У меня ведро такое. Ну, ведро... О, папа, у меня тоже артиллерийский огонь есть. Я даже
Я еще как-то даже попал, представляешь? О, была же зелененькая была. Вау, ура, и ничего нет уже. 15 секунд, давайте, да. О, мы что, выиграли еще? Представляешь? Ведра выиграли. Ес, ведра тащут. Ржавчина форева. Ведра. Я на пятом. Ведра рулят. О, какой это значок дали. Ведро получило значок. Супер тазик. Ты на седьмом. Супер тазик и золотая ванна нашей. Так. Я еще развеял у ведра что-то. Видимо, водонепотопляемость ведра развита. Еще, о, у меня даже доступно. Вы исследовали все модификации ведер. Yes. Все ведра развиты. Ю-ху. Че, еще что-то купить могу. Ведра купить могу. Гайки. Все мое. Спасательная земля техники у меня и командная работа. На седьмом месте. Ну что, будем заканчивать? У меня шея уже устала. Ну, не знаю, ну давай.